Здорово, мы дождались. Это местный алкаш, а это ССБ-3. Опа, кого-то хлопнули. Ну, как я и сказал, третья часть уже вышла. Вон она. Ну, если без рофла новая графика и движение башки при езде добавляют и свою атмосферу. Также в игре есть куча разных блоков, пробов, из которых можно построить все, что угодно. Даже вот такой маленький домик. А еще добавили то, что так все долго ждали. Это полноценно работающие фары, которые и правда освещают. Даже добавили фонарики, и он тоже работает. Также добавили рабочий огнетушитель, наверное, чтобы тушить пожары. Только он их нихера не тушит. Появилась даже коробка, которую можно таскать. Даже анимация стрельбы теперь выглядит очень красиво. Еще одно добро является тем, что NPC теперь живые. А не как бревно во второй части. Вот куда эта бабка улетела? Я в шоке. Помимо всего, что я сказал, тут есть анимированные пробы. Например, можно запустить себя в космос с этой катапульты. Ну или кинуть бочку с пивом в Игоря. Не расстраивайся. Даже есть анимированные пробы. Еще есть куча проб, с которыми можно взаимодействовать. Например, по этой фигне можно лазить. И это только малая часть всего, что есть в этой игре. Если вы ее скачаете, вы увидите все сами. Даже есть бомж, который свистнет у вас плазму. Туда эту бороду. Ну а на этом все. И хочу извиниться за то, что пропал на большое количество времени. Такого больше не произойдет. Ну а на этом наше видео заканчивается. Пока. Я сказал пока! Ё-моё!